Сегодня ученики вечерней школы номер 25 встретились с представителями университетов. Так будущим выпускникам хотят помочь определиться с профессией. На встрече ребятам рассказали о таких специальностях, как инженер, программист, архитектор и даже работник пенитенциарной службы. Мы встретимся с учащими с этой школы с целью для того, чтобы рассказать им о наших учебных заведениях, которые проводят набор курсантов, студентов Черниговский юридический колледж, Институт криминальной исполнительной службы, который при Академии МВД в Киеве, для того, чтобы они ушли учиться в наше заведение и повышали свой уровень квалификационный. Ці дні профорієнтації мають дуже велике значення. Діти, які вже налаштовані на те, щоб определятися з професією, вони роблять останні, скажімо так, штрихи в своєму визначенні. І ми в цьому їм допомагаємо. Адміністрація школи організовує такі мероприятия дважды в год.